В Новозаполярном открыли 7-й по счету хоккейный сезон. За минувшее время спортсмены-энтузиасты не только нашли постоянное место, но и максимально облагородили площадку. В итоге то, о чем раньше мечтали, полноценная коробка, удобные раздевалки и необходимый уют, за несколько лет привлекли в этот спорт многих работников компании. В турнирах с соседями команда Заполярья быстро себя зарекомендовала. Одержать победу над ними мечтают хоккеисты из Панга, Тазовского, Старого Уренгоя и Ямбурга. После открытия сезона тренировки хоккеистов станут регулярными. В их руках, несмотря на мороз, техническое состояние площадки и собственная спортивная форма. Здесь иногда снега по колено выпадает, и как бы только получается 2-3 часа чистишь, и даже не остается время поиграть. Но все равно, как бы, раз уже проделал такую большую работу, все равно минут 20-30 всегда как бы уделяем этому времени и катаемся там до 12 ночи, до пол первого иногда бывает.